Кто ты такой? Обычный человек. Я кое-кого ищу. Я бы на твоем месте не размахивал тут котлетой, бро. Есть всего три типа людей, которые приходят и машут котлетой. Не придумавшие ничего лучше, желающие создать впечатление, и такие, как я, которые хотят лишь одного, чтобы кто-то рискнул эту котлету отобрать. Благодарю за службу. И тебя, старина. Так есть желающие? Чем тебе помочь? Я очень хочу найти этого человека. Пойдем есть. Луис! Пахнет очень вкусно, милая. Ха, пахнет бедностью. Я не про еду, а про тебя. Да перестань. Я говорю, вы слушаете. Вы знаете, почему я здесь. Я хороший человек. И у меня есть семья. И я не заслужил, чтобы кто-то совал мне ствол прямо в лицо. Гони мои часы. И еще браслет с котиками. Я не понимаю, о чем ты говоришь. А ну быстро вернул браслет с котиками, лысая ты говнище! Все равно не понимаю, клянусь богом! Где гребаный браслет? Какой еще браслет? Умоляю тебя, не надо! Я не знаю, где он, клянусь своей матерью! Thank you.